Лидский районный исполнительный комитет получил задачу на формирование подразделений территориальной обороны. Сегодня территориальные войска комплектуются офицерами запаса и организационным ядром. После комплектования команд и оформления всех документов и выдачи экипировки и обмундирования на пункте приема личного состава, команды бывают в места дислокации, где с ними будут проведены занятия по одиночной подготовке, в соответствии с расписаниями, боевое слаживание. Все в хорошем настроении, у всех прекрасное понимание, особенно вот сейчас у офицеров запаса. Они прекрасно понимают, для чего эти мероприятия проводятся, и готовы стать в строй.